Всем привет, с вами Артем, и сегодня я на выставке, посвященной 75-летию Porsche в Софии. Итак, без долгих прелюдий, пошли смотреть машинки. Машинки здесь самые разные, от современных, самых последних, электрических, и до тех, которые в 60-х годах участвовали в ралли. Возле каждой машинки подпись, что за машина, какого года выпуска, какой двигатель, максимальная скорость и так далее. Машин здесь достаточно много, всяких разных, 911-х, Targa. Видите, здесь же, допустим, тут же современные стоят, 997-й кузов. Я пройдусь, покажу вам некоторые, наверное, самые интересные, которые мне понравились. Хотя, если честно, мне понравились здесь все. Оказывается, далеко не все знают, что особенность машин Porsche – это двигатель сзади. То есть здесь, наверное, нет ни одной машины, которая с двигателем спереди. Вот так, наверное, даже не очень интересно вам смотреть будет. Вот так, наверное, гораздо приятнее будет смотреть. Сейчас пройдемся. Говорят, что большая часть этой коллекции – это от коллекционеров, которые предоставили машины компании Porsche для выставки. Он есть даже с лыжами, машина. Сейчас подойдем. Видите, народу здесь много, и некоторые машины вызывают очень большой интерес. Машины зарегистрированы на номерах. Фотографируют, снимают. Вот это, наверное, одна из красивых машин, участвующих в гонках. Не знаю, наверное, камера делает некоторые искажения, но, в принципе, машины по внешнему виду в идеальном состоянии. Ряд ретро машин. Еще одна, вот это мне заинтересовала машина, я не знал, честно говоря, что это Porsche с выдвижными фарами. Это Porsche 914-6, 970 год. Вот. Так она выглядит уже как, это Targa, по идее. Раз есть вот эта штука, это Targa. Стоят. Еще, сейчас покажу вам, которые мне понравились машины. Мы с ребятишками проходили, сейчас смотрели, они по цвету давали название машинам. Очень интересная игра. Вот, видите, какая машина, даже у нее закрывается капот кожаными ремнями. То есть это явно, наверное, не то, что там ее пытались застарить, она просто такая есть. Это Porsche 356C. За ней еще одна стоит подобная, сейчас я покажу вам. Видимо, с каких-то это Porsche 911 купе 66 год. Вот такая вот она заправочка стоит. И пройдем дальше. Здесь также современные, вот сейчас мы идем, современные стоят машины серии RS. То есть это GT3 стоит 2009 года. Здесь стоит Porsche 911, 991 кузов, первый рестайлинг GT3 RS 2019 года. Вот это уже стоит GT3 RS. Видите, там даже перчатки, шлем. Все серьезно. И вот это, наверное, у нас GT4 RS, да. То есть это просто чья-то машина. И он предоставил ее на выставку. Очень интересно. Трогать машины нельзя, собственно, как и сидеть в них. Но все равно посмотрите на это количество машин Porsche. Конечно, превалируют здесь мужчины, но также и девушки есть, которым это интересно. А вот сейчас мы переходим к современным машинам, которые, собственно, можно купить. Это машина кабриолет. Пожалуйста. Меня всегда, кстати, смущал цвет салона. Какой-то он розовый, если честно. Если вам нравится такой салон, или скажите, что он не розовый, напишите в комментариях.
Вот это классический Кайман, который сделали. Не знаю, кстати, в чем разница Каймана от 911, по мне, так это вот просто классический 911. Дальше идет уже полюбившаяся Panamera GTS-ка. То есть Panamera — это увеличенный 911 с задним рядом сидений, как в Мерседесе. Ну, грубо говоря, как я себе это представляю. Это лично мое мнение. Если вы что-то знаете больше или думаете по-другому, напишите. Это у нас Taycan GTS. Taycan отличается тем, что он полностью электрический. С детьми мы прикалываемся по поводу того, как узнать, электрический Porsche или нет. Подойти сзади и посмотреть, что на нем нету выхлопных труб. Еще одна, которую я хотел увидеть, это Porsche, подготовленный для Дакара. 2023 года, усиленное шасси, она высокая, максимальная скорость снижена до 240 км в час, но зато с высокий клиренс, вот для наших дорог самое то. Дакар, пожалуйста, покупаете вот с такой резиной и ездите по Банско, вообще прям снег не снег, класс. О, смотрите, красота. Porsche, Porsche, Porsche и только Porsche. Также не забыли они по современные Macan и Cayenne. Macan представлен в одном экземпляре и, кстати, даже он продается. Ну, то есть это из автосалона новый. И Cayenne. Cayenne точно так же. Эска. Cayenne Эска. Смотрите, Macan. Мне вот интересен Macan, что он небольшой. Да, вот эта машина стоит 192 тысячи лева, включая налоги. Всего-то 100 тысяч евро, и Macan ваш. Ой, да, Macan, все правильно. Здесь, я не знаю, какой-то розыгрыш, сцена. В общем, вот такое, очень приятно здесь походить, посмотреть. Машинки, класс. Мне очень понравилось, не зря я сюда ехал. Сейчас прогуляемся еще с ребятишками по другим местам. Ну, у ребятишек, конечно, глаза горели, когда они сюда зашли. Отлично. Все, всем пока. С вами был Артем из Софии. Porsche 75 лет и выставка автомобилей Porsche в Софии. Так можно ходить бесконечно и любоваться ими.